по городу Нижнему Новгороду. Юрий Владимирович Шалабаев выделил на автозаводский район на расселение 3 домов по улице Петряевская, которые не соответствовали никаким параметрам. И в 2014 году были признаны аварийными. И вот на протяжении 6 лет мы не могли решить этот вопрос, благодаря тому, что Юрий Владимирович выделил не только на снос этих аварийных домов, а в первую очередь выделил на расселение этих жителей деньги. Мы сейчас отремонтировали квартиры для жителей вот этих трех домов.